Сегодня суд Вашингтона будет рассматривать дело о продлении срока выдачи виз победителям лотереи Green Card. По закону они выдаются до 30 сентября. До этой даты визу обычно получают 55 тысяч человек из разных стран мира. Но в этом году сначала из-за карантина, а потом из-за решения президента США запретить выдачу виз определенных категорий, документ смогли получить только около 30% победителей лотереи. Если судья согласится с аргументами иммиграционных адвокатов, у 40 тысяч человек снова появится шанс эмигрировать в Соединенные Штаты. Но очередь остановилась в апреле. Сначала консульство закрыли на карантин, после чего Дональд Трамп принял указ, запрещающий выдачу иммиграционных виз до конца декабря. В итоге только треть победителей лотереи 2019 года успела получить визы. Но решение помогло не всем, поскольку по закону визы могут выдавать выигрышам в лотерею только до конца фискального года. В США это 30 сентября. Поэтому сегодня суд собирается снова. Цель иммиграционных адвокатов – продлить срок выдачи виз еще на полгода. Мы сразу понимали, что будем подавать второй иск. Ведь было очевидно, что до конца сентября Госдепартамент не успеет выдать почти 44 тысячи виз.